Доброе утро! День 2 с Рейдини начинается. И сначала я вам хочу показать. Мне пришли мои покупочки и такие вот фермерские овощи всякие. Здесь так, кстати, 4 авокадо. Да, весь дом будет авокадо сейчас. Потом здесь салаты. Так. Этот сельдерей. Затем кружет. Это цукини. Тут два красных перца. Такие проростки, ростки. Томаты. Морковка. Еще перец. Маленький арбузик. Не знаю, сколько он будет хороший. Еще перцы. И еще тут должны быть бананы. Тут все бананы. Раз, два, три, четыре таких пакета. А я начинаю утро с водички. И потом завтрак. Посмотрим, что за мини-арбузик мне привезли. У-ху-ху! С израильским, конечно, не сравнится. Просто не такой, не очень сладкий. Хотя красный как будто бы самый спелый. Нет, это не арбуз. Это жалкое мини-подобие арбуза. Бананчики и замороженные ягоды. Поехали. Ням-ням. Ту-ду-ду. Добавила льняные семечки перемолотые. И также добавляю мелассы. Я немножко ее развела с водой, потому что иначе она очень густая. Я сходила на тренировку, на сайкл, на велосипедах, вот эта тренировка в зале, и сейчас будем обедать. Значит, я купила себе вот такой вот салат, большой-большой салат, манго, один, два, в общем, два манго, каждый по 275 грамм. Потом, если я еще буду голодная, на десерт, тут вот такие вот батончики, тут из орехов и из фиников. Вот такой один, может, батончик съем. Ну, посмотрим, как будет голод. Еще такая вот калечная вилка. Я решила вывалить весь манго в салат. Так легче есть, так вкуснее, мне кажется. Вы тоже так думаете, ребята? Эй, hello! Манго сладенький. Время ужинать. Ужинать. Итак, что мы будем делать? Тут у меня зелень, салатики, салатные листы. Потом кейл, морковка, перец,
помидор. И еще будет там авокадо. Еще у меня есть такие проростки. Спраутс. Органик. Вот еще ему туда тоже засунем. Тот авокадо был испорченный, поэтому взяла такой. Морковку решила не нарезать, а похлопать так. Готово. Доела. Лиза. Должна сказать, что... достаточно я сыта. Посмотрим, проголодаюсь ли я через полчаса, через час, через два. Я дам вам знать. Ночной перекус. Морковка с тхиной. День 2 закончился, и я себя хорошо чувствую. Вот, правда, сейчас вот уже 11 часов ночи, мне уже пойти спать, а я начинаю чувствовать немножко голод. Но это такое, немножко даже приятное чувство голода, чтобы идти спать не с переполненным животом, да? Съела сегодня 1700 калорий, 1700-1800. Вот, что нормально, я себя хорошо чувствую. Вот, все.